fuck? В соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного. Это что ж, мне теперь этих высиживать? Он в своем корабле, меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер. Целоваться-то будем или нет? Еще чего выдумал? Целоваться. Всего хорошего! Девушка, вы что тут на земле ищете? Понимаете, я тут сережку потеряла. Не видели? Так вашего сережку еще час назад в отрезвитель увезли. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду и сказал... It's the final brain cell. Ni-ni-ni-nu. Ni-no-ni-no-ni. By myself. Talking to the... Рисование пеплом набросков на камне, обмытой водой озер покинутых душ. Будто... Надо много кушать, надо много спать, чтоб котом огромным и толстым стать. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом, пасты и пасты с перчиком, перчиком. Ложку вправо, вилку влево, кушаем, кушаем, никого мы никого не слушаем, слушаем. Так, вы что сделали с кошкой? Кошка моя очень злой был, совсем злой на сяйниках, не человек. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started, let's get it started. In here, let's get it started. А как это? Ты что, это как мы... Ты... На! Ой.
эфире экстренный выпуск новостей. История с ДТП в Ферферхаусе получила свое продолжение. Напомним, накануне кот Феликс, не справившись с управлением, сбил придорожный кактус. По версии следствия, причиной аварии стало превышение скорости тыгадыга. Однако независимые эксперты предположили, что кота могли подставить. Ведь в крови не было найдено следов кошачьей мяты и занесло его на ровном месте. Подозрения сразу пали на второго участника происшествия. Были версии, что именно он спровоцировал погоню. Однако, изучив записи с камер видеонаблюдения, следствие установило – зачинщик Феликс. Тем более, что ранее он уже обвинялся в уличных драках. Однако наказывать преступника не станут. У него лапки, а это смягчающее обстоятельство. Элеонора Кошкина, Вести Ферферхауса. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, хруст безе где? Где хруст? Какой, кстати, вы меня извините. Я скандал такой учиню! Я варил варенье из валерьянки. Рецепт такой. На 1 литр настойки валерьянки 2 килограмма сахара. Варится варенье и потом мажется на хлеб. Изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже, скорее это волк. Я люблю вкусный еда, а еда любит меня. Ой, еда, ой, еда, ой, еда, да-да-да-да. На мой животах вкусный еда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Привет, придурки! Я чего не... По-русски она учись, говорите нам. Понаехали к нам белокаменную. Москвичами по-русски надо! Come check this! И как папа ругается? Я-я-я! А мама как ругается? Сейчас будет тачдаун. Сидим бедаун. Фол виска клик клэк пил пау. Мама донкая кого-то въебал. Пару пинт лилейла вэна пейпал.